Друзья, добрый день, меня зовут Марьяна Обрецова, и вы на моем канале YouTube, где я вам рассказываю правду о колопроктологических заболеваниях. И, к своему счастью, я проктолог, а не гастроэнтеролог. У меня в команде есть гастроэнтеролог, благодаря которому, в общем, я могу переадресовать этому замечательному специалисту пациентов с запорами, которых, в принципе, большое количество. Сейчас хочу обсудить такой вопрос. Он очень, может быть, наверное, тебе покажется неудобный, но мне приходится регулярно отвечать на этот вопрос своим пациентам. Мне говорят о том, что вот я был многократно, или там была многократно у гастроэнтерологов, прошел их 10-15 человек, мне назначают терапию, я что-то пью, мне либо не помогает совсем, либо помогает на какое-то время, а потом перестает помогать. Ну, с одной стороны, понятно, что лечение должно быть регулярным, то есть от того, что пациент пришел, ему назначили чудо-таблеточки, которые вроде бы помогли, mm-hmm. потом со временем эффект может меняться, потому что у нас образ жизни меняется, вообще много факторов меняется. Но основной вопрос остается открытым. Почему слабительные препараты могут не помогать? Да, очень хороший вопрос. Ну, начнем с первого пункта. А та ситуация, когда запор, по факту запором, ну, в широком понимании, не является так называемые вторичные запоры, мы о них уже раньше говорили. А в таком смотрите предыдущие наши видео, повторяться не будем. Да, в таком случае необходимо соответствующее дообследование и лечение причины той, что вызвало задержку стула, да, потому то что мы... Да, немножечко буду перебирать да, тебя, да, конечно. Чтобы тезисно говорить. То есть первое, о том, что вы испытываете задержку дефекации и не можете опорожняться, допустим, каждый день, это еще не значит, что у вас запор, как вы можете думать. И применение самостоятельно слабительных препаратов может не давать эффекта. Да, более того, в ряде случаев может даже ухудшить ситуацию. Да. Причина номер два. Это так называемое привыкание к препаратам. Некоторые слабительные препараты обладают вот такой вот неприятной особенностью, как привыкание. Мы об этом тоже уже ранее говорили. Вот. Ну, в общем, если тезисно пробежаться, то рецепторы в толстой кишке забиваются. Чем меньше рецепторов, тем меньше эффект, тем больше доза препарата требуется. Это не для всех препаратов характерно, но вот для ряда слабительных препаратов это такая вот особенность. То есть я даже подведу сейчас такой тезисный mm-hmm. да, момент один. Отмечу, что вы можете принимать препараты, они вам вроде помогают, а потом вы вынуждены увеличивать дозировку постоянно, как, допустим, есть определенные слабительные препараты в капельках, и пациент говорит, mm-hmm. мне вот типа две капельки помогало, а теперь и 30 не помогает. Mm-hmm. Да, как раз это mm-hmm. вот тот пример, о котором мы вам сейчас да. говорим. И третья, наверное, может быть, самая такая распространенная причина неэффективности, это то, что любой лекарственный препарат у конкретного пациента может не сработать просто из-за индивидуальных особенностей. Неважно, запорами вы страдаете, лечитесь у гастроэнтеролога, у терапевта, у, не знаю, гинеколога, у проктолога. Да. Да, к сожалению, такое бывает. И угадать по вашим красивым глазам, да. подойдет этот препарат, который мы вам назначаем, в 100% случаев, к сожалению, нельзя. Потому что все мы уникальные, и обмен веществ у нас у каждого уникально построен, и может быть тот препарат, который вам выписал доктор, у вас печень там за час разрушает полностью, его эффект он никакого, конечно, оказать не может в таком вот случае. Так, все сложно, мы в организме. Да. Плюс к этому ко всему, близко к этому момент, это непереносимость. Не все пациенты одинаково хорошо переносят все препараты. А у вас могут быть определенные вещи, даже некоторые аллергические реакции, да, в связи mm-hmm. с чем терапию придется менять. Поэтому на самом деле получается, что несмотря на то, что проблема функциональных запоров вроде с виду кажется, что она там не настолько серьезная, как там тяжелая, как заболевания там онкологические или там аутоиммунные, и кажется, чего там ну, mm-hmm. взяли. На самом деле с такими пациентами работать нужно чаще всего, потому что вот как раз за счет индивидуальной переносимости и скажем так, работоспособности препаратов. То есть пациенту назначается лечение, через какое-то время говорят, что пациент должен обратно вернуться к доктору и рассказать, что же с ним угу. происходит, какой-то эффект получился или не получился. Да, в тяжелых случаях получается на выходе целая
комбинация различных препаратов, различных дозировках, вот, которая пациенту помогает. Поэтому, если вы сходили, например, к одному гастроэнтерологу, он выписал вам какое-то лечение, которое вам не помогло, и вы тут же пошли к другому гастроэнтерологу, с такой же вероятностью тот выпишет вам такое же лечение, скажем там, либо похоже первой ступени, потому что он вас первый раз видит. Поэтому здесь такая общая рекомендация, ну вы хотя бы второй раз к доктору возвращайтесь, если у вас не сработала терапия, на как бы пересмотр, потому что когда доктор лечит пациента, он понимает, да, к сожалению, что далеко не в 100% случаях терапия возымеет эффект, он обратной связи от вас тоже ждет. Угу. Поэтому первое, не прыгайте от врача к врачу, второе, безусловно, нужно выбирать того врача, которому вы доверитесь, и здесь больше, ну, визуально вы это сделать, наверное, крайне сложно, если вы человека видите в первый раз, нет рекомендаций, но хотя бы интуитивно, насколько это приятно общаться с врачом, насколько неприятно, насколько вас слышат, насколько вам дают обратную связь, насколько вы удовлетворены ответами на ваши вопросы и вообще отвечали ли на ваши вопросы, и вообще рассказывали вам о вашей проблеме, и вот найдя своего врача, действительно нужно зачастую несколько этапов пройти терапии для того, чтобы подобрать подходящую вам. Это правда. Тут еще стоит сказать, что на самом деле найти врача, которому довольно просто. Вы просто задаете ему вопрос, очень простой: доктор, а что со мной происходит? И вот если доктор вам на этот вопрос отвечает понятно, ну, значит, наверное... Понятно вам. Да, понятно вам, безусловно. Значит, наверное, как раз к этому доктору стоит возвращаться. Я думала, сейчас что-то скажешь, что просто я такая сразу напряглась, думаю, как же просто, они же кругами ходят от врача к врачу. Все, ну, в общем, вот так, на такой позитивной ноте мы заканчиваем сегодняшний выпуск.